Так, ребят, всем привет, с вами Строй, ребята. Продолжаем проходить Майнкрафт. Не обращайте внимания на мой скин. Ребят, ровно построил так, чтобы у меня не лагало за петь. Блин, я могу сейчас это все петь. Нет, это не петь. Это идиотизм какой-то. Это реальный идиотизм. Так же не убивайте меня. Да в комментариях мне никто не пишет. Вообще, ну кого именно я не знаю. А не, один человек написал один раз. А чисто так мне пишут. Эмон, Давид. Ну Давид пишет, да и пофиг. Не, Давид, это хороший человек. Один из хороших человек. У меня их очень мало, я знаю хороших людей. Их не так много попадается-то прям. Эх, даже просто плеер такой хороший, а не плохой. Когда-то. А ведь я помню, я его оскорблял. Это мой косяк, на самом деле. На самом деле он не такой плохой, это наоборот. Другой человек плохой, он меня просто обманул в Fortnite, и я хочу мстить, очень хороший. Не люблю я мстить, но, бля... А, не, все нормально. Просто очень сильно меня обидел и обманул. Он притворялся типа моим другом. А хорошо так друзья поступают. Нет. Чисто друзья так поступают. Ну и ролики не смотрят, поэтому говорить не хочу. И такой внезапно в комментариях появляется такой, чё, херел, что насчет меня в комментариях забыл? Не, я не верю, типа. Чисто уебок. Че, ребят? Короче, я понял, что на единицу, блядь, тоже нельзя нажимать. Я, блядь, та серия, блядь, случайно нажал на единицу и закончилась. Так что продолжаем. Пиздец, я, блин, опять матерюсь. Надо решать проблему с Wi-Fi. Че-то у меня Wi-Fi нет. А как я без Wi-Fi? Не, ну чисто я могу... Чисто всегда, когда я пишу, я врубаю ролики. Любые. В основном я смотрю... Это секрет. Кто хочет узнать, тот пусть хочет. Расскажу. Прямо ему в лицо. Не, ну Дискорд я не могу, опять же, блять, свой сервер пиарить, потому что, ну бля, он не доделал. Он вообще его не, я, блядь, хотел вчера. Ну конечно, мне надо позадротить. Вообще, в основном мне нравятся ролики снимать. Я это рассказываю. Реально ролики мне, ну просто. Не потому что там что-то рассказать прям интересно, просто нравится. Такой. Хоп. И, бля, сейчас зомби, бля, сейчас это на меня нападет ебаный насос. Так, ну сейчас. Что за пиздец? О, ёбаная пизда. Сорян за мой. Подожди, это не мат. Или мы хуй знает. Оп, 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 прикол? Ровно. Ровно. Значит, вот так вот. Вот так вот. Конечно, я косой. Ребят, сорян. Что мне шумит, во-первых, слышно, как мышка шумит, прям очень громко. А, во-вторых, извините за клавиатуру, и в-третьих, извините за звуковую компьютер. Я играю на ноутбуке, если кто-то не знал, потому что, блядь, если бы я играл на ПК, бы сейчас, блядь, пиздец бы я врубился во что-то другое, более хотя бы нормальное. Хотя это тоже игра нормальная, но я бы хотя бы, блядь, под кайфом сидел сейчас с шейдерами, а не вот с этим 60 FPS без шейдеров так скучно. Ну, а чё? Ну, реально, я говорю, какой ПК есть, такой есть. Надо свой ПК любить, а не там какой-то, ой, мне нравится тот, а мне, я уже свой ПК ненавижу, ой, он прям, он такой слабый, он ничего нет, ничего. Не знаю, если есть такие люди, я их осуждаю очень сильно. Ну, чисто какой пока есть, такой есть, ну реально. Мне вообще похуй. Чисто, блядь. Не, я мечтаю, ну.
Не, ну... Мечтаю. Они именно будут выебываться, что мой компьютер какой-то плохой. И не такой человек, чтобы выебываться. Хвастаться. Да ёбаный шашлык, вы шо за пиздец? Мне есть? Спасибо. Я вообще хотел эту серию в одну, блядь, чисто в одну запилить, но, как говорится, я не знаю, что если нажать на единицу. Ну, на единицу, просто я без лапки сижу, поэтому не могу показать. А, может быть, следующая серия будет с лапочкой, так что мы это ждём. У меня лапка-то такая... У меня есть вебка, только, блядь, придется свет врубать, блядь, чтобы вебка была, поэтому я, блядь, в темноте сижу сейчас, ебать, да. Потому что... Люблю атмосферу, ну прям не такую прям сильную. В коридоре у меня свет есть. Чисто Майнкрафт, я продолжаю проходить Майнкрафт. Знаете, к чему я готовлюсь? А я к аду готовлюсь. А рилит. Я вот это все я не зря делал. То есть чисто вот я это делал, чтобы в ад готовиться. Мне, блин, мне уже просто даже не представляете, сколько мне хлеба будет. Я только буду хлебом питаться. Вообще, если бы выращивал морковь, мне было бы много золота, я бы сейчас тупо жрал золотые, блядь. Я хотел сказать яблоки, нет. Яблоки. А яблоки-то зачарованы. Ой, господи, зачарованные золотые яблоки. Вообще има. Они сложно делаются. Я уже запутался в своем инвентаре. Очки грязные. Линза, точнее. Протираем. Хотите прикол, ребят, скажу? Блять, музыка стоит, заболеть. Ладно, я люблю музыку. Объясняю, что за пиздец у меня, блядь, почему у меня слышно компьютер? Ну сказать, ты что, долбоёб, ну почему, блядь, у тебя слышно это? Ну так просто, ну мешает же, чисто. А я вам скажу, что у меня за долбоёб. Я сейчас в наушниках, если кто-то не знает. Но чисто, блин, чисто меня слышно, как будто у меня звук такой громкий от того, что я сейчас в наушниках. Сами звуки идут именно от динамиков микрофона. И поэтому вот это, блядь, слышно вот это очень громко. И вот типа слышно, как я прям прожимаю кнопки. А когда именно, если бы сейчас он бы читал бы, если бы весь звук бы был, уходил бы, блядь, я объяснять умею, не умею одновременно. Объясняю, и музыка, блять, она так громко. И вот, собственно, поэтому у меня, блять, я даже не дообъяснил, сука, она меня сбивает, ёбаный насос. Сейчас договорю. Звук как бы должен идти в наушники, ну, то есть, как бы вы должны слышать все звуки в Майнкрафте, вот, все, что здесь происходит, любую, мне вообще похуй. Пофигу. Вообще насрать хоть там какие-то. Да это фига мне. И вот именно вот на этом. Я сбиваюсь каждый раз музыку. Именно звук идет через наушники. Микро тоже. Ну вот именно должен идти, как бы, и. У меня вот эти кнопки, вот прям как сейчас прожимаю, был бы немного вообще вот прям тихо, прям тихо слышно. И вот как у меня процессор сейчас шумит просто. Это вообще не могу слышно. А, ну, кстати, интересно. Давайте, ребят, на этого я вторую часть закончу. А ладно, похуй вообще. Чисто. Просто хочу узнать, сколько. Если оно прям по гигабайту за 30 минут жрет. Как вот те вот маломощные ПК, то ну, у меня не маломощные, у меня ПК средняя мощь, то есть я могу играть такие нормальные игры более-менее, но Майнкрафт, ну типа Майнкрафт здесь не лагает, Майнкрафт не лагает, естественно. У меня не такой трешовый компьютер, если бы у меня был трэш компьютер, конечно, можно было, я бы
Я бы не обижался, если кто-то на меня наговорил. Ни в какую. Вот просто я клянусь, я бы не обижался. А сейчас наговорят, что мне пока мощно у кого-то лучше, а мне вообще похуй будет чисто. Если кто-то в комментариях пишет такое. Скажет, а мне реально похуй. Так вот прямо скажу, реально. А я могу, например, похвастаться. Ой, у меня охуенный аккаунт в Фортнайте, блядь. У меня там дохуя скинов, блядь. Конечно. Ну, не так много, прям там миллион. Дядь, я тебя ставлю, это твой фирменный блог будет, как говорится. И чисто, ну, бля, ну, чисто нахуй, я таким не занимаюсь. Да и при том, там не один играем, друг играет там что-то. Я чё, блядь, такой жадный, что, блядь, трубу не давать, блядь, нет. Ну, просто... Чем-то порадовать хотел. Потому что я говорил, что у него нет покупных скинов, а у меня просто охуенные скины такие. Если я сейчас, опять же, не хвастаюсь, я просто выебываюсь на то. Хотя нет, я рассказываю, что я друг. Да и по сей день не разрешаю играть. Кроме него я никому не разрешу играть. Вот. А, нет, я помню, как я такой говорю. Я подарю кому-нибудь свой аккаунт, если сейчас это не очень большую сумму, прям огромнейшую сумму. Конечно, нет, такого не будет. Блять. Если такое случится, да, я, может быть, это и сделаю. Я разыграю свой аккаунт. А так? Очень большую сумму. Не маленькую, потому что мой аккаунт. Мне для меня очень большой, значит, поэтому могу просто так. Мне осталось только потолок сделать. И все. Я за шерстью шел. Ёб твою мать, блядь. О, ебать. Посмотрите, сколько хлеба могу сделать. Опа, 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 опа. Ладно, не так много. Смотрите, опа, 10. Блять, ты долбоёб? Жив. Да, не буду ухать его. Бытёмка. Как бы я всегда дал. Бытёмка. Ой, я, кстати, вспомнил слово мид. На миду. На миду. Наконец-то я вспомнил это слово. Играл все в CSGO. Зачем? Я сам. Ну, потренироваться. Чисто я хочу развить свои навыки, чтобы играть как прошник, а не как нуб ебаный, блядь. Стреляю, блядь. Просто, блядь, я прыгну. Я... Опа, ребятушки. Бог. Вы видите, да? Багушечка. Ну, это я накосячил. А, чисто прикол, чё? Я хочу прошник. Я никаким там бубом. Просто, блядь, ну пиздец. Блядь, оружие разброс, блядь. Я просто не могу даже писать это, блядь. Пипец, какое оружие разброс. Я офигеваю в CSGO. Хотя и в других многих играх такое бывает, конечно, разброс большой. Вот минус в том, что разброс большой и сложно играть из-за этого в игры. Некоторые. Но разброс это, конечно, жесть. Разброс? Да? Так это называется, если не ошибаюсь. Хлебушек. Знаете, сколько у меня сейчас FPS? Ой, блядь, подождите, ёшкин, проседание идёт. Нет, не шестёрочку, можно хотя бы на семёрочку. Знаете, сколько у меня сейчас FPS? 40, 30. Не, ну не ровно 30, именно от 40, от 39 до 50 даже повышать. Просто мне надо видеть, блядь, где овцу найти. Овцу. Овцу-мовцу, как говорится. Кстати, если
Блять, она. Если бы, бля, была бы более-менее физика, было прикольно. Вот если бы вот это ломалось, мотыга, типа, если вот так вот что-нибудь ломаю, она бы ломалась, это вообще было бы. Не, было вообще круто. Че, ребят, пойдем? Не, мне никто не ответит, но. Надеюсь, я не потеряюсь. Если уж я потеряюсь, я буду дебилом. Я не бываю, я не ищу данжи, потому что рассказываю проблему. Я бы сейчас вообще по координатам бегал, но бля, у меня координаты, у меня F1, F2, F3, F4, F5, F6, F6, F8, F9, F11, F12, они меня заняты. Ну то есть там какие-то там зачеты они отвечают. Я не знаю, зачем эта компания это придумала. Бля, это похоже немного на корабль, знаете, вот такой вот. Вот так вот. Какой-то разрушенный корабль. Не поминаю, знаете? Вот реально без шуток. Такой кривой разрушенный корабль. Это. Подожди, это степь. Бля, если я могу неправильно сказать. Неправильно, потому что я долбоёб. Это правда. Я могу часто ошибаться. Так, подождите, дом в той стороне. Давайте даже, знаете, как помечу. Поставлю вот так вот. И вот так вот. Это значит, что туда вот. Если это найду, значит, я здесь был, и я не уёбок, я не потерялся. Мне нужна овца, блядь. Она здесь. Оно здесь обитает. Оно, блядь. Да, это оно. Оно, блядь. Оно это, если оно не живое, но это живое существо. Ну, в игре, может быть, и нет, а в жизни-то да. Это она. Это живое. Она живое. Они живые. Куда вы мне суете тростник, блять? Я не понимаю, мне он зачем сейчас в таком количестве? Вот вы можете мне... Курица. Давайте, кукарекан, кукарекан. Ой, блять, кукарекан. Кукареку только, блять, эти петухи, это, бляк. Нихуя, блять, это называется брутальный цветок. Знаешь, такое. Я такой брутальный. Так, здесь же можно быстрее находить на. Вы даже не представляете, как я испугался от одного звука. Не, ну, ребят, я запомнил, что у меня там дом, потому что моя память, она не такая уж и прям слабая. Я могу много чего пропустить. Чисто мне надо сюда ходить, чтобы пофармиться. Это фарм просто. Жалко, мне никто так и в комментариях в прошлый раз не писал, что, может быть, пройти мне какой-нибудь скайблок, какую-нибудь карту, блин. Ну, было бы... Ебой. Можешь их развести? А похуй. А похуй. Какие вы еще подарки? 4, да, одну про запас. Может быть, реально скинуть 50 воды. Оставлю про запас. Не, я не хочу. Если я ёбнусь, мне пизда. Русским языком говорю. Потому что я просру все вещи, у меня нет команды. Я не помню, как... Есть такая команда, которая сохраняет его инвентарь до смерти. Вы даже не представляете, как для меня вещи заплывать. Я там заебусь. Потому что по правилам я не могу использовать, по прохождению. По правилам, это мои правила. Совсем все правила установлены. Я в прохождении не буду ее за читы.
до конца прохождения. Да, потом в конце я могу делать вообще все, что захочу с этим. Но я его точно удалять не буду, потому что этот мир что-то значит. Ну, он хороший же, ну, чистый. Ну, не в том, что он реально там какая-то генерация, прям офигенная, прям имба какая-то. Нет. Потому что я здесь с него прохождения, поэтому он и хороший. Это что какое-то воспоминание хорошее? Брум. Прикольно. Это типа очень красивый фильм. Я сейчас такое беру какое-нибудь приложение, скачу для монтажа, такого монтажирую, только показываю еще раз. Конечно, не буду этого делать, мне память. Еще было прикольно, если бы у меня еще рядом дома был бы данж, я вообще бы сейчас под кайфом сидел бы просто. Я сюда вернусь еще когда-нибудь. Но пока что не до этого. Получается, у меня сейчас в пещере должны были заспавниться по логике монстры, потому что я ушел очень далеко и чисто. Ну, Wi-Fi мне не врубили, как я понимаю. Но я могу вот так вот сделать. Опа, еще раз. Обсуждение, обсуждение. Обсуждение. Ну, типа, просто если через Steam открываешь, можно ошибку стаб нажимать и через чат открывать. Такое окошечко. Окошко. Где? Окошко. Блин, это ржака. Я это помню. И сразу грустное воспоминается. Угу.